Всем привет! Сегодня будем делать необычный дизайн френча. Ну, не смотрите, что у меня черные ногти, будет очень интересный и красивый дизайн. Я воспользуюсь лаком Dance Legend номер 362, такой розово-терракотовый. И самое главное, это будет у нас верхнее покрытие El Corazon 421/21 «Голубая лагуна». Итак, приступим. Для начала берем лак и делаем красивую каемочку френча. Хорошо снимаем лак, чтобы у нас ничего не потекло, не капнуло. Вот что у нас получилось. Теперь нам нужно дать подсохнуть этим слоям лака. Итак, сейчас я покрывать буду верхним покрытием El Corazon «Голубая лагуна» 421 номер, дробь 21. Он имеет синий такой отлив. Если взболтать хорошенько, очень красиво получается, действительно, как «Голубая лагуна». И на черном лаке это будет очень красиво, посмотрите. Теперь мы можем покрывать наш дизайн. После того, как хорошенько взболтали, не забывайте, что вот эти блестки, они находятся на дне, и чтобы они были равномерны, нужно хорошо встряхнуть. Получилось.